В республике перекрыт очередной канал поставки наркотиков из Приморья. Полицейские установили, что их распространением занимались члены организованной преступной группы. А наркотики пересылали из Владивостока. Следственно-оперативная группа МВД Якутии выехала во Владивосток, где задержала лидера ОПГ, 26-летнего уроженца Приморского края, а также ранее судимого 39-летнего уроженца Краснодарского края, который и занимался изготовлением наркотиков. Установлено, что члены организованной группы сбывали товар с помощью приложений для мобильных устройств, а пересылали наркотики во флаконах бытовой химии. Наркодилерам грозит реальный срок. У злоумышленников изъято более 1 килограмма гашишного масла, подготовленного для сбыта, а также приспособления для изготовления наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.